Дом номер 95 по улице Шевченко уже давно нуждался в ремонте. Двухэтажное здание 1954 года рождения за всю свою долгую жизнь ни разу не ремонтировалось. Жители забили тревогу этим летом, когда из-за многочисленных дождей уровень воды в доме достиг первого этажа. У нас вообще ничего не делалось. Ни полы не менялись, ни трубы. В том подъезде, в котором я живу, у нас вот этот, как говорится вам, где проходит вообще вот эта вся коммуникальная система, и отопительная, и это, там постоянно вода. К началу зимы помощь наконец-то подоспела. Дом был включен в программу капитального ремонта МКД. В первую очередь будут заменены системы водоотведения и холодного водоснабжения. Работу подрядной организации осложняет отсутствие в доме подвала. Рабочим приходится вскрывать пол в квартирах жильцов. Однако сами жители рады таким переменам, ведь за ними проблема с водой будет исчерпана. На данный момент ведутся работы по замене стояков систем водоотведения в квартире. То есть произведен демонтаж, сейчас ведется монтаж с установкой унитазов, заменой и замены выпуска систем канализации до колодцев. Вторым этапом будет замена системы холодного водоснабжения, что включает замену разливов, замену запорной арматуры и стояков. Помимо дома на Шевченко, капремонт проводится во всех районах города и области. В октябре фондом модернизации ЖКХ были подписаны договоры с подрядчиками на 487 видов работ. Работа на Шевченко 95, где мы сейчас находимся рядом с домом, во дворе дома, проводится уже в рамках реализации краткосрочного плана 2017 года. Фондом модернизации в октябре были проведены отборы подрядных организаций на выполнение работ по 2017 году. В плане в краткосрочном у нас 774 вида работ в 236 домах на общую сумму 620 миллионов. После замены водоснабжения подрядчик займется ремонтом кровли. По договору все работы должны будут завершиться до конца следующего года. Дарья Сударева, Павел Макаров, новости Ульяновской правды.